1936-м его родили две повитухи. Какого черта он тут болтает? Тебе-то что, просто болтает? Болтает. Послушай, дай-ка глотнуть этой штуки. У меня нога болит. У меня туберкулез костей. Правда, туберкулез? Это плохо, когда туберкулез. Вы знаете, кто такой сэр Исаак Ньютон? И что он сделал с яблоком? Да, знаю я. Открыл гравитацию. А когда это было, знаете? В 1936-м. Я уже одурел от этой глупой болтовни. Его родили две повитухи. А ты что здесь, самый главный? На высоких скалистых горах бродят копы на длинных ногах. Там собаки беззубые мирно пасутся, и там курочки яйцами всмятку несутся. Заткнись, наконец, чертов идиот! А вы знаете, где Млечный Путь находится? Вот он, прямо с головой. Я в душе очень беспокойный человек. Настоящий путешественник. На высоких, скалистых горах можно звездочку с неба сорвать. Там по камешкам весело мчат ручейки. На высоких, скалистых горах. Он умер, сэр. Как его звали? Сэр. Сэр, как его звали? Руди. Его звали Руди.
Руди, а как дальше? Руди Ньютон. Он знал, где находится Млечный Путь. Знал это.